конце светлой пасхальной седмицы, по доброй традиции, в храм Рождества Христова прибыли кадеты кадетского президентского корпуса. Будущие офицеры, защитники нашего Отечества, прибыли еще юными в храм для того, чтобы не просто поставить свечечку или заказать молитву о здравии, но исповедаться и причаститься святых Христовых тайн. Батюшка Сергий, который окормляет кадетский корпус, исповедовал и приготавливал ребят к этому величайшему таинству. Ребята один за одним подходили к аналою, где могли рассказать о своих грехах перед тем, как приступить к святому причащению. Радовало то, что они были и сосредоточены, и внимательны. И когда причастились, все вместе приняли участие в крестном ходе вокруг рождественского храма. Как хотелось бы верить, что из них вырастут не только настоящие воины, настоящие офицеры, но и защитники святой православной веры.